Привет, друзья! Добро пожаловать в мое розовое безумие! Сегодня мы с вами открываем Beauty Box, на который я буквально недавно подписалась на Pink Box. Если вы пропустили мое первое видео с распаковкой Pink Box, то, наверное, вы не знаете, что я подписалась на этот бокс. Это немецкая версия, есть еще швейцарская, но я подписалась именно на немецкую версию Pink Box, потому что я увидела супер-мега выгодное предложение. 3 месяца подписки за 33 евро. То есть бокс вышел мне в 11, тогда как его обычная цена, она не такая бюджетная, хотя само наполнение будет очень мега бюджетное. Как правило, наполнение Pink Box это какие-то продукты из дрогери, то есть то, что мы можем легко приобрести еще раз, если нам что-то понравилось. С одной стороны, это классно, с другой стороны, не все, наверное, хотят получать продукты из дрогери, как правило, я не хотела бы, поэтому я подписалась только на 3 месяца, на пробный вот такой вот период, посмотреть, прочувствовать и что-то новенькое открыть на моем канале. Чтобы не пропускать интересные видео, нужно будет прямо сейчас сделать одну очень важную вещь, решиться и подписаться на мой канал. Кнопка прямо внизу под этим видео. Тогда вы не будете пропускать классные, интересные предложения, всякие вот такие вот коды, которые дадут вам возможность сэкономить, приобретая различные боксы, которые обычно эту информацию, кстати говоря, я публикую в сообществе. Бокс очень-очень тяжелый. В этом месяце он, конечно, мне кажется, просто побил все рекорды по тяжести других боксов, но дизайн в этом месяце у него стандартный. У Pink Box бывают тоже такие лимитированные выпуски боксов, когда они меняют свой дизайн. До этого мы с вами открывали в феврале месяце, он был черный, стильный. Очень мне понравилась сама упаковка, сам боксик. Этот боксик тоже очаровательный, симпатичный. Он такой розовый, и здесь у нас сердечко с Pink Box. Сам картон хороший, классный, качественный. И из-за того, что у нас отняли одну коробочку, я, конечно, мягко намекаю на Look Fantastic, то коробочка от Pink Box, она очень даже кстати. Тем более, она сама по себе внушительная, она вместительная, она больше, чем Glossy Box. Соответственно, этому боксу я исключительно рада, обязательно сохраню, обязательно буду использовать для своих каких-то нужд. Мы будем с вами открывать, я постоянно вынуждена опускать эту коробку, потому что держать на весу ее довольно тяжело. Я думаю, что там очень приличный вес, я даже знаю, почему там приличный вес, потому что, конечно же, я уже посмотрела распаковки у других девочек. Ну что, открываем, давайте вместе открывать эту коробочку, и я убираю крышку. Здесь, кстати, внутри ничего, совершенно все белое, не написано ни Pink Box, ничего такого. Тут у меня что-то карандашиком расчерчено, наверное, они чертили, как им нужно эту коробку клеить. Склеена, кстати, она нормально, очень даже хорошо и качественно. Внутри нас ожидает белая бумага и вот такое вот сердечко розовенькое от Pink Box. Очаровательно! За эту цену это очень очаровательно. Пока что, хотя нет, это не самый мой бюджетный бокс. У меня есть бокс, который будет за 10 евро. Да, 10 евро за Beauty Box. Опять-таки я делила с вами в сообществе, кто не пропустил, тот молодец. Открываем, отклеиваю сейчас этот стикер. И первое, что я здесь вижу, это флаер. Он из самой обычной глянцевой бумаги, он не картонный, не какой-то переработанный, он самый обычный глянцевый. Bloom Baby Bloom, тема нашего месяца. Да, в Швейцарии сейчас красота невероятная, у нас все цветет, в том числе и магнолия. Магнолия мой самый любимый цветок, я его обожаю, он безумно красивый и он, конечно же, в большинстве своем розовый. Здесь же у нас тюльпаны тоже очаровательные. Это не самый мой любимый цветок, но, как вы видите, это частый гость у меня дома. Здесь же у нас, что еще полезного нам написано? Pink up your life. Да, почему бы нам действительно не немножечко подкрасить нашу жизнь розовым цветом. Здесь у нас есть код, Scan Me код, который я сейчас отсканирую, и мы с вами посмотрим на виртуальный журнал, потому что там написана не только информация про продукты, которые мы здесь с вами найдем, но еще указаны цены, и это, я считаю, мега классно. Спасибо, Pink Box, вы просто молодцы. Так, телефон у меня здесь со мной. Сейчас мы с вами
быстренько, буквально, код сфотографируем, и у нас все получится. Открывается уже виртуальный журнал, все очень быстро происходит. У нас вот такая вот картинка, и, соответственно, здесь у нас тоже ровно такая же картинка. Итак, я не буду вам читать приветствия, потому что, в принципе, нам это с вами не так сильно интересно. Здесь описание продуктов, которые будут. И первый продукт, с которого они начинают, ну раз они начинают, давайте мы с вами начнем. Это продукт будет, насколько я так понимаю, самый дорогой. Они его анонсировали. Это продукт был такой sneak peek, завлекаловка. И я ему рада. У меня есть уже некоторые продукты от этой марки, в принципе, нахожу абсолютно нормальными. Не могу сказать, что это какой-то мой любимый будет бренд, но, тем не менее, Стив Лоран у нас здесь, и он стоит 18,66 евро. Что же это такое? Это у нас не губная помада, хотя здесь есть цвет, орхид написано. Цвет орхидеи, очень интересно. Здесь все-таки масло для губ. Мы его сейчас с вами откроем, на него полюбуемся, а вот тестить не будем, потому что я хочу его оставить в качестве подарка и подарю моей сестре, так как я нашла уже одно масло для губ в Glossy Box буквально недавно, соответственно, мне его вполне будет достаточно. Ого, какой цвет интересный, смотрите. Он немножечко розовато-сиреневатый. Очень даже интересно, потому что здесь, ну да, наверное, он тоже такой же обозначит. Я думаю, скорее всего, у всех одинаковый цвет. И это такой вот бустер для губ, который должен губы напитать влагой. Что здесь еще у нас написано? Придает еще натуральный глянец вашим губкам. И не должен их делать такими липкими, то есть без липкого эффекта. Увлажненные губки, чтобы влюбиться. Ну, здорово. Стив Лоран молодец. Нам вот такую штучку здесь положил. Ну, как я уже сказала, это я оставлю на подарок, потому что у меня есть сейчас в использовании как раз-таки губная помада Lip Gloss от Стив Лоран. Хочу вам сказать, что там совершенно никакого особенного цвета у меня нет. Ну, блестит, там блесточки есть, увлажняет, что-то на губах есть и нормально. То есть так вот на каждый день. А здесь вот именно масло. Масло ухаживающее, увлажняющее губы. И я думаю, что это будет отличная вещь для моей сестры. Следующий наш продукт. И здесь у нас продукт от марки Шаум. Так, я сейчас пошушу, поищу. Здесь у меня есть вот такая вот белая бумажечка. Вот здесь лежат еще другие продукты сверху, которые, конечно, мне закрывают вид. Итак, это что такое? Это у нас, наверное, кондиционер. Да? Нет, это шампунь. Смотрите-ка, это шампунь написано. Хорошо, ну правильно, логично, да, что сначала мы начинаем с шампуня. Мало кто начинает мытье головы с кондиционера, хотя если вы так начинаете, напишите в комментариях. Что у нас здесь с вами? Здесь у нас полноразмерный шампунь от марки Шаумом. И внутри будет 7 масел цветов для измученных волос. Ну, даже не знаю, измученные ли мои волосы, но я обязательно попробую этот шампунь, потому что мне нравится, в принципе, цвет. Ах, какой-то цвет красивый. Пыльные розы, и при этом здесь тоже у нас рисунок цветочков разных. В принципе, к этой марке я отношусь абсолютно нормально. У меня был уже шампунь от Шаум, я его, кстати, его показывала в своем уходе за волосами. Буковочный его, конечно же, закончила. Он очень долгоиграющий, он шикарно пенился. Мне безумно нравилось, не знаю, насколько этот будет хорош или нет. Вы, разумеется, это узнаете когда-нибудь в пустых баночках. 400 мл здесь у нас внутри. Давайте, конечно, понюхаем. Что хочу понюхать. Мне нравится дизайн. Здесь классная крышка, классная сама по себе вот эта упаковочка. О, пахнет цветочками. Пахнет вкусно, сладенько, цветочками. Ну, будет приятно мыться однозначно. Я думаю, что это отличная вещь, которую, возможно, я сама себе покупать бы не стала. Но вот так вот, раз уж нашла в бьюти-боксе, то, конечно, я с удовольствием воспользуюсь. Так, нам нужно вернуться в наш виртуальный журнал. И здесь написано, что шампунь стоит 1,99. В принципе, то есть, если вам понравится, можно всегда купить за 2 евро. Как правило, продаются они в магазинах Drogerie Rossmann, Müller. Что у нас там еще есть? DM, разумеется.
Вот, отлично. Шампунь есть, а есть еще и кондиционер. То есть мы с вами понимаем, за счет чего у нас тут вес. Здесь поменьше. Объем 250 всего лишь, но это та же самая серия. И стоит ровно столько же, 1,99. То есть там у нас с вами 400 за 2, а здесь всего лишь 250 за 2. Но мне, как правило, нужно 2 кондиционера, хотя я периодически меняю кондиционер на маску. Маски здесь, к сожалению, нет, и от этой серии, может быть, есть какая-то маска, можно будет посмотреть, кстати, и докупить, будет интересно пробовать всю серию, всю линейку за уходом. Но вот периодически я делаю таким образом, потому что мои волосы, они волнистые, пушистые, пористые, и им нужно много ухода. Поэтому в кондиционерах, как правило, ухода недостаточно, то есть вот это вот, от этот объем мои волосы выпьют очень быстро. Если с шампунем они так быстро не справятся, то с кондиционерами не справляются просто на раз-два. Аромат тут будет, скорее всего, тот же самый. Он не такой интенсивный, понежнее будет. Но сладенько, вкусненько, цветочно, я не думаю, что он будет оставаться на волосах, но мне аромат нравится. Хотя я небольшой фанат очень сладких ароматов. Он не приторно сладкий, он просто такой сладенький, приятненький. Здорово, у нас шампунь-кондиционер с вами, полноразмерки. И следующий продукт у нас снова полноразмерка. Это продукт, который я очень ждала. Мне он просто жизненно необходим. Знаете, что это такое? Это мыло, жидкое мыло. Вот так вот, неожиданный такой поворот. Дело в том, что мое жидкое мыло от марки Ритуал закончилось, и я уже просто остаточки использовала, ждала, когда доедет до меня вот это мыло. Здесь у нас 500 мл, вау! 9,95 стоит вот эта красота, и было несколько вариантов. Желтое, такое нежно-розово, сиреневая, и вот это у меня какой цвет? А, это как раз такой он и есть. Да, это он и есть. Я почему-то подумала, что у меня другая. Окей. И прямо фиолетовая. Фиолетовая как раз у нас была, получается, так, мне нужно увеличить, я вам скажу, лаванда. Лаванда и алоэ. Здесь у меня герания и роза. И была еще ромашка и календула. Ну, наверное, ромашка и календула, они такие более или менее оптимальные, я не знаю, лаванду я просто не очень люблю, поэтому, да, когда она есть, я стараюсь ее использовать, но сама себе лаванду я не покупаю. Если уж где-то она мне попалась, то попалась. В противном случае сама себе не куплю. Что касается вот герании и розы, я, в принципе, из этих трех вариантов желала себе именно вот этот. Хотя Викуля сказала, что пахнет не очень, она тоже распаковывала этот бокс и сказала, что так себе аромат. Но у нас не вкусы разные все-таки, поэтому, конечно, мы сейчас с вами откроем и посмотрим. Я хочу посмотреть, где произведено, написано произведено в Болгарии. Это тоже любопытно. С этой маркой, кстати, даже не сказала, как марка это называется, Altea Organics. И это жидкое мыло, сделано из экстрактов ботанических цветов и эссенций, и масляной эссенции. Окей. Давайте понюхаем. Как же это пахнет? Ой, мой нос туда уже залез. О-хо. Ну да, пахнет как-то, знаете, очень натурально. Как какое-то лекарство. Ну да, ну такое. Может, зря я его ждала? Нет, ну пользоваться-то, конечно, я буду. Я еще дам попробовать моему мужу. Как ему понравится. Если он скажет, что ну нет, вообще аромат не зашел, тогда я поставлю на кухню. На кухне у нас тоже стоит мыло, но это мыло тоже скоро когда-нибудь закончится. Оно, конечно же, не от Rituals, оно самое обычное из Drogery. Это у нас тоже, наверное, можно купить Drogery. Я как минимум предполагаю, никогда не видела вообще эту марку, не знакома с ней. Но предполагается, что здесь даже можно мыть руки и тело. Вау, представляете, то есть если вдруг у вас ничего нет, вот, пожалуйста, можно вот этим средством еще и тело помыть. Поэтому на то такой здоровенный объем. Но мы оставим для рук, и я думаю, скорее всего, все-таки поставлю на кухню. Там мы моем руки тоже часто, моем все-таки после того, как что-то готовили. И
Я часто готовлю рыбу, соответственно, вот этот аромат, он должен, наверное, перебить запах, аромат рыбы. Но посмотрим. В любом случае, мыло – это полезно, это отлично, что оно здесь есть. Мыло покупать теперь не нужно, хотя мне все равно нужно мыло теперь в ванну. Надо над этим вопросом как-то задуматься. Итак, следующий у нас продукт. Это еще не все, а то мы с вами тут рассмотрели уже, вроде как расслабились, столько классных больших продуктов нам с вами досталось. Но у нас есть еще один за 3,45 евро. Это такие пады. Пады, которые сделаны из деревянной целлюлозы и хлопка. Вот такие вот интересные пады. Здесь всего лишь одна упаковка от марки Эбелин, и это из магазина DM. Как я вам уже говорила, из магазина Drogerie, то есть вы можете легко приобрести. Сделано в Германии, и внутри 10 штук. По ощущениям сейчас они твердые. Мы сейчас откроем, конечно, и посмотрим. Вообще очень интересный продукт, для меня совершенно новый, потому что я никогда такой себе бы не купила. Скажем откровенно так, потому что я очень, у меня чувствительная такая кожа, то есть я ничего такого экстремального не использую. Использую пады, которые очень нежные, очень щадящие, пушистенькие, а здесь вот прям у нас пад такой хо-хо-хо, как будто бумажный, прям как бумага, знаете, такая... По ощущениям твердый, вот так его использовать, конечно, не предполагается. Эти пады нужно намочить. Давайте я сейчас быстренько прочитаю, как использовать. Да, теплой водой нужно их намочить и затем уже использовать этот продукт. То есть, получается, вы можете использовать для того, чтобы снимать, может быть, макияж, может быть, снимать какую-то умывашку, маску, что-то в этом духе. Затем нужно это будет хорошенечко промыть, еще раз отжать и затем... оставить сохнуть. Вот так вот. Этот пад можно даже стирать после того, как вы им попользовались. В стиральной машинке 60 градусов, представляете? Но нельзя засовывать его в сушилку. То есть здесь нужно быть поаккуратнее. Но мне кажется, если вы засунете его в сушилку, вы там его уже никогда не найдете, он слишком маленький. У меня есть пакетик специальный для вот таких вот всяких падов, которые многоразовые, я их туда складываю и уже в этом пакетике стираю. Так что с ним ничего не случится, но единственное, что мне не совсем понятно, сколько, в принципе, раз он может выдержать стирку. Что-то здесь написано, вот я ничего по этому поводу здесь не вижу, но, возможно, это вот зависит от того, как вы будете его использовать. Ну, любопытная вещь, можно, в принципе, попробовать, почему бы нет, потому что я никогда еще не видела, не встречала в боксах других. У нас обычно, если есть, то они такие мягкие, пушистые, нежненькие, то вот это вот прям как бумага-бумага. Хотя здесь написано состав, что этой бумаги здесь 70%, а вот остальное 30% это как раз-таки хлопок. Но хлопок здесь действительно не такой нежненький и щадящий, как обычно. Что ж, это был наш заключительный продукт. У нас их обычно 5 плюс гуди. Гуди у нас здесь тоже есть, я вам сейчас ее покажу. Это вот такая вещичка, какая приятная упаковка. Ух ты, как приятно ее трогать, интересно. Она такая какая-то нежная по ощущениям. 40 мл, это средство для ванны. Я обожаю принимать ванну, особенно в холодное время года. Здесь у нас Cotton Clouds, то есть это вот такие, это такое средство для ванны, она должна пениться, и здесь еще написано, что будет экстра много пены. Я надеюсь, что они свое обещание выполнят, потому что действительно я обожаю, когда много пен в ванны. Dresner Essence называется марка, внутри будет экстракт, насколько я понимаю, наверное, будет экстракт малины, хлопка. И еще внутри у нас экстракт фиалки. Обещает этот продукт, что у нас будет полнейшее расслабление. Несмотря на то, что это гуди, он все равно имеет, конечно же, свою стоимость. И стоимость его 1,19 евро. И это очень достойная цена в том плане, что она небольшая.
Соответственно, если мне понравится, я всегда могу это приобрести. Вот в этом плане, конечно, здорово. Вообще, в принципе, Гуди всегда желанный гость в любом бьюти-боксе. Приятно, что он здесь есть. Коробочка сейчас у нас пустая, здесь больше ничего, кроме бумажки, не осталось. И давайте быстренько еще раз посмотрим, что было в этом боксе, за что я заплатила 11 евро, что нам положили на эти деньги. Начнем с большого продукта. Здесь у нас шампунь от марки Шалма. Также кондиционер от этой же марки. Мыло от неизвестной нам болгарской марки, но здорово, что здесь есть. И, конечно, ничего уже сюда не помещается. Так, вот так, аккуратненько. Дальше у нас от марки Эбелин здесь были очень необычные, интересные бумажные или полубумажные многоразовые пады. Вот, все, хочет сбежать, ничего не помещается, ничего не получается, ничего стоять не хочет. Вот такое вот происходит тут у нас побег из коробочки. Ладно, все, уложила. Дальше. У нас Стив Лоран, здесь у нас для губок была забота, не знаю даже как это все поставить, чтобы это все удержать. И заключительный наш продукт, это уже Гуди, средство для ванны, которое обещает очень много пены. Вот такое вот наполнение. На 11 евро, я считаю, что эти деньги, что я заплатила, я считаю, что очень классное, очень достойное. Безусловно, меня радует этот продукт, потому что я просто люблю принимать ванну. Мыло хоть и специфичный аромат, но тем не менее пойдет в дело. Это пойдет на подарок, поэтому всегда отлично. Ну, сложно сказать, не могу сказать, что я прямо очень мега рада, но тем не менее полезная наверняка вещь. Ну и шампунь с кондиционером тоже буду с удовольствием использовать, потому что у них аромат очень-очень вкусный. А теперь финансовое наполнение. Как всегда, конечно же, у Pink Box нет какого-то невероятного финансового наполнения. Как правило, это бокс бюджетный, и он остается в бюджетных рамках. Поэтому мы не ожидаем, что будет здесь какой-то вау-эффект. Тем не менее, конечно, продукты, они должны нас радовать. Их можно всегда приобрести заново, но мы-то с вами всегда считаем, конечно же, наполнение финансовое. И оно вышло на 36 евро. Да. Наполнение, как я уже говорила, конечно, финансовое не очень, но мне коробочка сама по себе понравилась. Мне понравился сам бокс, мне понравилась идея именно сделать эту тему цветения. Мне понравились продукты, которые там были. Поэтому мне будет интересно узнать ваше мнение, как вы считаете, коробочка достойная или все-таки, ну, как-то не такая для вас уж сильно интересная. Пока что у меня остается еще один месяц, апрель, и потом, скорее всего, я буду отменять свою подписку, потому что мне, конечно, интереснее получать продукты большего финансового наполнения, то есть какие-нибудь аванты, например, почему бы нет, но в пинг-боксе никакого авантова никогда не найдется. Или я как минимум так думаю. Если, конечно, когда-то был авант в пинг-боксе, то, наверное, это был действительно какой-то вау-эффект. Тем не менее, мне было интересно открывать этот бокс. Я с удовольствием жду коробочку, с интересом жду коробочку следующего месяца, чтобы открыть ее вместе с вами. Поэтому, конечно же, не пропускайте видео, обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы как только вышло видео, сразу успеть его посмотреть. А вдруг там что-нибудь интересное? А как правило, так и бывает. Спасибо вам за просмотр, желаю вам отличного дня, прекрасного настроения. Красивой, цветущей, ароматной весны. Мы увидимся в следующих видео. Пока-пока!